Стойко нести службу на страже закона – дело нелегкое, но благородное. Николай Петрович Хаустов прошел долгий профессиональный путь в органах правопорядка. Отдал большую часть жизни Ульяновской областной прокуратуре. Участвовал в Великой Отечественной войне. На собственном примере взрастил целое поколение следователей-профессионалов. На фасаде дома номер 6 по улице Гончарова, где и жил Хаустов, по инициативе коллег из областной прокуратуры установили мемориальную доску. Как отмечает прокурор Ульяновской области Андрей Теребунов, вклад Николая Петровича в дело правопорядка неоценим. До сих пор он остается примером для всего коллектива Ульяновской прокуратуры. Николай Петрович воспитал немало достойных профессионалов. Его жизненный путь – это яркий пример для молодого поколения. Сегодня мы говорим огромное спасибо Николаю Петровичу за его ратный и мирный труд с высокой степенью самоотдачи на благо нашей Родины. Почтить память ветерана пришли и близкие Николая Петровича. Среди них любимая невестка Людмила Хаустова. Проработав более 30 лет гособвинителем, Людмила Модестовна признается, свекор во многом стал для нее учителем. Но в первую очередь он был прекрасным семьянином. Он и в мирное время был нетерпим к любым проявлениям нарушений закона. И тем более криминала. Но зато дома он был очень душевный, теплый, мягкий человек. Он был заботливый муж, хороший отец и очень нежный дедушка. По словам главы города Дмитрия Вавилина, сохранение исторической памяти о таких людях, как Николай Хаустов, является долгом всех жителей Ульяновска. Действительно, мы сегодня приняли решение о том, чтобы каждый дом в исторической части города Ульяновска, который являлся свидетелем всех ярких событий, печальных событий, мужественных событий, был отмечен особыми знаками. Николая Петровича с нами уже нет, однако дело его живет в работе сына и внучки, которые уверенно идут по стопам своего отца и деда. Максим Писарев, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.